Объем торгов акциями на казахстанской фондовой бирже снизился на 75%. Данные за 9 месяцев этого года представили в КАСЕ. Ну а вот рынок облигаций, напротив, показал рост больше, чем на 60%. Снижение на фондовой бирже связывают с заключением в прошлом году большого количества сделок нерегулярного характера. Но между тем, сделки по акциям 13 американских гигантов, таких как Apple, Facebook, прошли в тестовом режиме. Как отметили представители биржи, пока эти ценные бумаги среди казахстанских инвесторов не пользуются большим спросом. С начала запуска этого проекта в пилотном режиме было продано акций всего на несколько сотен тысяч тенге. Мы ждем запуска этого проекта. Если у вас есть акции Apple или Facebook, вы можете теперь их продать на казахстанской фондовой бирже. Понятно, что если вы хотите купить, надо, чтобы к вам кто-нибудь продал. Предложения пока нет. Предложения мы не обеспечиваем, естественно, мы обеспечиваем собственный процесс.